Прапорщик Файзулин на службу прибыла. Легким движением руки эта хрупкая девушка заряжает оружие и кладет пистолет в кобуру. Так начинается служба Людмилы Файзулиной. Родившись в семье полицейских, девушка с детства решила, пойдет работать в органы. И вот на страже порядка она уже 11 лет. 7 из них прошли в управлении вневедомственной охраны. В биографии Людмилы десятки задержаний грабителей, угонщиков, насильников и наркокурьеров. Я не боюсь опасности, я не считаю, что это такая уж опасная работа. И мне нравится эта работа, я люблю свою работу. Постоянно чем-то занята, я не сижу на месте, постоянно общение, постоянные какие-то выезда. Здесь на одну девчонку по статистике 75 ребят. В своем подразделении Людмила единственная девушка. Работает наравне с мужчинами, знает, как правильно действовать при опасности и защитить себя в случае нападения. Сотрудники сильного пола стараются равняться на свою прекрасную коллегу. По итогам прошлого года группа задержаний, в которую входит прапорщик Файзулина, стала лучшей в ведомстве. Пользуется со стороны мужского коллектива большим профессиональным авторитетом. Ее уважают, все хотят с ней работать. Сотрудник сама часто очень, как говорится, выявляет преступления на своем энтузиазме. Короче, прогрессирует изо дня в день. Хачатур Картян работает в паре с Людмилой уже 5 лет. Говорит, лучшего напарника и быть не может. С Людмилой работается великолепно. Она очень надежный человек. В любой момент, в любой ситуации поможет. Всегда мы друг на друга рассчитываем и помогаем друг другу. Менять работу Людмила не собирается. Сейчас учится в Воронежском институте МВД России. Намерена успешно его закончить и продолжить служить в управлении вневедомственной охраны. Алина Чемерес, Константин Головин. События.